Всем доброго времени суток. Меня зовут Альбина. Мне 22 года. Я художник-самоучка. Довольно долгое время я мечтала начать заниматься живописью. Но у меня было много сомнений и страхов. Мне всегда казалось, что это очень трудно, и чтобы достичь высоких результатов, нужно заниматься этим с детства. Но в начале прошлого года желание творить побороло страх, и я написала свою первую картину маслом. И в этот момент я осознала, что живопись погружает меня в яркий, волшебный мир, где нет места повседневным заботам. А процесс написания картины – это как будто бы магия, которую можно воплотить в жизнь. Именно поэтому в своей конкурсной работе я решила изобразить школу чародейства и волшебства Хогвартс. Эту картину я написала в преддверии Нового года, что делает ее еще более волшебной. Через свои картины я хочу делиться с людьми положительными эмоциями и дарить им частичку сказки. Участвуя в конкурсе, мне бы хотелось на своем примере показать людям, что никогда не поздно начать заниматься тем, что ты любишь.